Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие твое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. 15 декабря, день Аввакума. Святой пророк Аввакум происходил из колена Симеонова. Само имя Аввакум, данное ему при рождении, говорило о том, что из него выйдет весьма сильный духом подвижник. Когда он возмужал, то ради славы имени Божия ревностно выступил на обличение беззакония своего, то есть еврейского народа. Сам Аввакум, горя духом о Господе, строго соблюдал все заповеди Божии и твердо стоял на пути добродетели. За такую жизнь он получил от Господа дар пророчества. В этот день было принято читать специальные молитвы и заговоры от бессонницы. Особенно этим страдали младенцы. Для них даже существовал специальный обряд. Выполняла его разбирающаяся в подобных делах женщина-знахарка. Поздно вечером, в тайне от окружающих людей, она несла ребенка в курятник. Там 3 раза обмывала его водой и приговаривала: «Куры белые, куры рябы, куры желтые, куры пестрые, куры черные, возьмите свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье и сон». Далее она 3 раза сплевывала «тьфу-тьфу-тьфу-тьфу» и надевала свежую рубашку на ребенка. Также делали заговоры на воду, которые потом умывали младенца. В народе считали, что это помогает защитить и успокоить ребенка, которого мучают тонкоматериальные злые существа. Для человеческого глаза они незаметны, но их можно выкурить, заговорить или отогнать иными способами. Как правило, подобное возникало от сглаза. В остальном это самый обыкновенный день. На улицах уже лежал снег, взрослые дети с удовольствием катались по нему на санях. Приметы. Если сегодня днем не ненастье, то подобная погода продержится до дня Антона Перезимника, то есть до 30 января. Много снега к этому дню, к богатому сенокосу. Вокруг Луны сегодня виден темный круг к метели. Кошка 15 декабря спит весь день к стуже. Яркие звезды в небе, жди сильных морозов. Чем красивее и затейливее узоры на стеклах окон, тем больше будет зелени весной. В народе было подмечено, что погода по зиме указывает на летний месяц. Если месяц зимы хороший, снежный и морозный, то через полгода должен быть месяц жаркий, с грозовыми дождями. Если зимний месяц слякотный, то через полгода будет пасмурный, холодный и дождливый месяц. Дело в том, что раньше рис, оказывается, использовали не шелушеный, и в нем был действительно там и клетчатка, и витамины группы В, и все было нормально. Как только в Азии стали использовать шелушеный рис, то возникла болезнь бери-бери. Все заболели. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется и всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, 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 народ, наступает, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый, новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалов ходит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, 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 народ, наступает, наступает новый, новый год. Эй!
несет, он подарки раздает. Радость легко несет, это на Новый, Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курок топей. Веселей, здоров, наступает Новый, Новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость легко несет, это на Новый, Новый год. Бам-б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 ам-